Вот такие вот веселенькие крокусы. Вот эти тюльпаны. Да, жалко будет, если они подмерзнут. Но надеюсь, что уже сильного не будет холода. Тут вот листик прямо мешает. Да. Клубничку пока не стала еще поднимать. Розочка вон там сидит. Так что все еще холодно. А вон там он вдалеке лук уже вылез. А, чеснок. Баб Маша нам давала, соседка вот напротив. Ну, что тут вот такие луковички выросли. Бадан прет. Вот. Ну, это тут у нас вот дом. Курятник. Сегодня приехали, посмотрели, никого нет. Ну, холодно вообще. Плюс 5, плюс 3. Тут вот тюльпанчики вылезли. Там вот у меня под елочкой цветочки скоро прям будут радовать. Ну, так все хорошо. Вот так вот.